И в завершении выпуска. Саудовская Аравия примет всемирную выставку «Экспо-2030». Об этом заявили в Париже на заседании Международного бюро выставок. По подсчетам организации, королевство набрало рекордные 119 голосов и опередило в голосовании Южную Корею и Италию. «Экспо» стартует в Риаде 1 октября 2030 года. Тема предстоящей выставки – «Эра перемен вместе ради предусмотрительного завтра». Ожидается, что мероприятие посетят около 25 миллионов человек из 180 стран мира. Для гостей Саудовская Аравия продемонстрирует свои достижения в области технологий, культуры и экономики.